Представляете, не нужно тащить с собой вообще никаких средств для снятия макияжа. Это гениально. Это просто фантастика. Всем большой привет! Сегодня у нас очередное видео распаковка с сайта iHer. Январская распаковка. Чем заняться в новогодние каникулы? Закажите iHer! Вот такая коробка мне пришла. И сейчас мы посмотрим, что же в ней. И первое, с чего я начну, это вот эту упаковку, которая, кстати, всегда сохраняет продукты целыми. Спасибо, iHer! И у меня новая палетка от Base, которая называется Matte. Здесь очень классные оттенки, видите, они все матовые и очень и очень красивые. Я недавно выкинула несколько старых палеток темных цветов, поэтому захотела иметь новые коричневые, черные, темные цвета. Также здесь представлены красивые светлые цвета, поэтому палетка мне очень понравилась. Это уже не первая палетка от Base. Я заказывала также палетку Peach от Base и палетку Berries от Base ягодную. Они обе мне понравились. Цена и качество в этих палетках соответствуют. Так что, если вы их не пробовали, обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится этот бюджетный вариант теней. Он просто отличный. И я ее открыла. Посмотрите вблизи. Зеркало здесь, кстати, чуть-чуть, знаете, как сказать, это не особо зеркало. Оно искривленное, поэтому зеркалом вы вряд ли будете пользоваться. По поводу запаха палетки, запах клея немножко присутствует, потом он выветрится. Если у вас чувствительность к запахам, имейте это в виду, это прям надо учесть. Сейчас мы снимаем верхнюю пленочку защитную, все тени целые. Давайте посмотрим, какие тут цвета поближе. Вот, видите, какая красота. Мне цвета эти очень и очень нравятся. Корпус тоже выглядит очень аккуратно, достойно, симпатичный такой. Он жестяной, то есть железный. Сзади представлены также цвета из этой палетки. В общем, палетка просто супер. Буду пробовать цвета, обязательно сниму с ней макияж. Они все матовые. И при этом посмотрите, какое разнообразие нюдовых оттенков, переходящих прямо в черный. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой чай от фирмы Celestial. Этот у нас идет с блубери. В общем, ягодки такие черные. Все там они по-разному называются. Но я так понимаю, что это черника или голубика. Вот такой чай. Напишите в комментариях, что это, черника или голубика. Он очень вкусный. Я брала такой набор. В наборе, где несколько, знаете, вариантов. То есть там 5 или 6 вкусов, то есть попробовать. И я попробовала, и самые лучшие, которые были, это персик и вот этот блубери. Они мне очень сильно понравились, поэтому я взяла также и персик. Конечно же. Я персик этот беру уже в третий раз. Если вы не пробовали еще такой чай, обязательно попробуйте. Это просто волшебство. Вот волшебство. Блубери тоже очень вкусный, поэтому его я решила заказать тоже отдельной большой упаковкой. По поводу персика я также брала фирмы Celestial Sleepy Time. Sleepy Time, он идет с ромашкой, с такими более мятными травками, поэтому на любителя. Он мне тоже, в принципе, понравился, но если вот вы любите именно персик, то берите этот, вам обязательно понравится. Так что вот такие два чудесных чайка я взяла. Следующее, что я взяла, это кокосовое масло. Кокосовое масло Extra Virgin, прямого отжима, холодного отжима. То есть оно не рафинированное, не дезодорированное. Кокосовое масло. Я уже брала кокосовое масло на iHerb, но другой фирмы. Вот такой фирмы это масло. 414 мл. Счастье. Попробуйте добавлять его в кашу, вы просто обалдеете. Это сумасшедше вкусно. В любую кашу просто бомба. У меня даже муж обожает это кушать с манной кашей. Я люблю с овсяной, даже с гречневой вкусно. Просто с любой кашей замените обычное масло, сливочное, вот этим, и вы обалдеете от вкуса. Попробую и расскажу, как оно мне. У нас дома тепло, оно сейчас растаяло. Смотрите обязательно в рецептах или во влогах, я оставлю свой отзыв о том, как же мне это кокосовое масло, понравилось или нет. Также я взяла
две вот таких Magic салфетки. Волшебные салфетки для умывания. Я одну взяла себе, другую взяла на подарок. То есть эти салфеточки, они идеально подходят для путешественников, в дорогу и просто даже дома. Для этой салфетки не нужно никаких дополнительных средств. Только намочить водичкой и можно смывать ваш макияж. То есть обещают, что она смоет макияж без каких-либо дополнительных средств для снятия макияжа. Только салфетка. Вот так эта салфеточка выглядит. Давайте одну откроем. С вами посмотрим, что же внутри. Мне очень интересно. Я ее очень ждала, потому что такого еще ни разу не встречала. Внутри там какая-то бумажечка, что-то тут написано. И вот так выглядит эта салфеточка. Интересная такая у нее ткань. Посмотрим, как она будет работать. Отзывы о ней отличные. Все пишут, что она просто супер, классная и действительно работает. Какая же приятная салфетка. Слушайте, эта салфетка антистресс как минимум. Не знаю, как она работает, но на ощупь просто супер. Ничего подобного я в жизни не щупала. Очень интересный материал. Смотрите во влогах, я обязательно расскажу, как она мне. Действительно она ли работает. Если она работает, то в путешествие на 1-2 дня, представляете, не нужно тащить с собой вообще никаких средств для снятия макияжа. Это гениально. Это просто фантастика. Так что обязательно смотрите влоги, я там подробно про эту салфеточку расскажу. Следующее, что я взяла, это вот такой набор кистей от Eco Tools. Кисточки эти тоже в дорогу, дорожный набор, потому что последний раз, когда я брала длинные кисти, я их помяла и потом не могла расправить, до сих пор у меня они чуть помяты, это очень неудобно брать с собой большие кисти, когда вам их особо некуда положить, либо они лежат со всеми остальными вещами и мнутся там. Давайте раскроем этот набор и посмотрим, как выглядят кисточки внутри. Здесь вот такая была упаковка, я ее убрала. Что мне понравилось, ничего написано про то, что кисти будут еще в чехле, не было. Но здесь посмотрите, какая еще для них идет сумочка. Это очень приятно и очень удобно. Она очень тонкая, небольшого размера. Вот моя ладошка, вот эта сумочка. То есть идеально для путешествий. Сейчас я уберу здесь еще одна заклепка, чтобы, знаете, никто не смог открыть, кроме вас, вашу посылку. Сейчас я уберу. Молния сама, ну вот не ездит, на молнии эта заклепка, чтобы вам все доехало в целости и сохранности. Открываем. И что же у нас здесь? Здесь еще одна прозрачная накладка на кисти, чтобы не помялись. И вот такие насадочки, в которых сидят кисточки. Ручки у кистей белые. Вот эта часть, она прям жестяная, железная, что, несомненно, огромный плюс. И здесь идет 4 кисти. Кисть для нанесения пудры, кисть для нанесения румян, кисть-бочонок для растушевки и скошенная кисть плотная для нанесения таких, ну, более плотных линий. По-моему, это идеальный набор, чтобы взять с собой. Кисти выглядят просто классно. Кисти особенно порадовали. Посмотрите, какие они. Такой мелкой серой точечкой. Интересно сделаны. Главное, что вот эта жестяная часть, она железная. Это огромный плюс, потому что если здесь пластмасса, вот как в кистях Эльф, то она потрескается. А это очень надежный вариант. Очень удобный походный вариант. И классная сумочка. Она с этой стороны сеточкой, а с этой стороны тканью сделана. Так что, если вы еще не брали, обязательно возьмите, набор классный. Также я заказала себе набор помад. Здесь идет 8 помад. Все гигиенические помадки разных вкусов. Потому что 8 помад с одним вкусом, ну не знаю, мне точно надоест, даже если будет любимый какой-нибудь аромат. А здесь идет 8 разных вкусов. Идет кокосовый, медовый, ментоловый. Почему-то на всех на них нарисована ромашка. Может быть, тут во всем продукте добавлены, ну, что-то масло ромашки или экстракт какой-то. Чайное дерево, масло ши и органы. Вот такой набор, в общем, буду пробовать. Помадки зимой просто необходимы, поэтому лично я даже дома всегда мажу гигиенической помадой, потому что у меня губы очень сохнут, и это просто спасение. 8 штук, еще и разных, то есть они не смогут вам надоесть, просто супер, я довольна. Следующее, что я купила,
Это уже повторно я покупаю, поэтому покажу коротко. Это вот такой вот от фирмы Elf тон для лица, в цвете песочный. И очень светлый корректор для лица. Очень светлый это будет. Тональная основа и корректор вас 100% порадуют. Обязательно попробуйте. Цена и качество просто супер штуки. Я все ссылочки оставлю в описании, как называются мои продукты, как их найти на iHerb. Поэтому вот это я заказывала в предыдущем iHerb, который был в ноябре. Так что обязательно посмотрите этот выпуск iHerb. Там я подробно показываю, что внутри, рассказываю. Что сразу вам могу сказать, что в этом тюбике не 40 грамм, как обычно идет, если это тональная основа, а 30 грамм. Вот это учитывайте. А так цены очень доступные, качество отличное. Мне очень понравилось, поэтому вот взяла второй раз. Также я взяла brush cleaner, чистящее средство для кистей, моющее средство. Попробую и расскажу, как оно мне. Такое я еще ни разу не брала именно этой фирмы, поэтому тут уже во влогах смотрите, во влогах, в моем инстаграме я обязательно попробую и вам расскажу свой отзыв о том, как мне эта штука, понравилась ли она мне. И последнее на сегодня, что я хочу вам показать, это вот такой Magic Mat называется, это спрей. Вот тут сбоку видно, что это спрей. Кстати говоря, вот средство для мытья кистей тоже в спрее. Почему-то. Я думала, там будет дозатор. Посмотрим. Это для того, чтобы наносить спрей поверх макияжа, для того, чтобы ваш макияж не блестел, не скатывался, то есть для закрепления макияжа средством. Я его тоже беру первый раз, я его не пробовала, поэтому свой отзыв я вам оставлю также в инстаграме, оставлю его во влогах, обязательно проходите и смотрите мой инстаграм, влоги, там я обязательно это все подробно расскажу. Вот такое средство, в общем, мне очень это интересно. Средство для матирования так похоже, что главное их не перепутать. Оба в виде спрея, надо внимательно читать перед тем, как пользоваться или поставить их отдельно. Я надеюсь, вам понравились мои покупки и мое видео с iHerb. Обязательно ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и увидимся очень скоро с вами в новых видео. Всем удачи, хорошего настроения, счастливо и всем пока-пока!